Здравствуйте, ребята. Я Рынашко Александр Александрович, учитель физической культуры Камысинской средней школы номер 1. Представляю вам урок на тему «Техника безопасности, развитие навыков владения мячом, игры и эстафеты на укрепление здоровья». Задача урока – подобрать и применить соответствующие реакции, чтобы помочь справиться с трудностями и риском при выполнении ряда физических упражнений, способствующих укреплению здоровья. Итак, начнем урок. Начали. ОРУ с мячом. Исходное положение, основная стойка, мяч в руках внизу. На раз мяч вперед, два мяч вверх, правую ногу отставить назад на носок. Три мяч вперед, ногу приставить. Четыре, исходное положение, тоже другой ногой. Исходное положение принять, упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Исходное положение, стойка, ноги врозь, мяч внизу. На 1-3 наклон вперед, прокатить мяч вокруг правой ноги. 4, исходное положение. Исходное положение принять, упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Исходное положение. Лежа на спине, мяч зажат между стопами ног. Руки вдоль туловища. На раз, два, поднять прямые ноги, удерживая мяч. Три, четыре, исходное положение. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, закончили. Исходное положение. Лежа на животе, ноги прямые, мяч держать перед собой в прямых руках. На раз, два прогнуться, мяч вперед, вверх. Три, четыре, исходное положение. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Исходное положение, основная стойка, мяч на полу, руки на поясе. Прыжки на правой и левой ноге, по 4 прыжка вправо и влево вокруг мяча. Упражнение для развития выносливости. Первое. Приседания 2 серии по 10-15 раз. Начали. Второе упражнение. Прыжки вверх на правой и левой ноге, 2 серии по 10 раз. Третье упражнение. Прыжки через скакалку или их имитация. 20 раз выполняем. И четвертое упражнение. Бег на месте 40-50 секунд с ускорением. Во время упражнения выполняйте технику безопасности. На этом наш урок закончен. Будьте здоровы. До новых встреч.